конкурс профессионального мастерства на звание «Лучшая медицинская сестра» на Гомельщине не проводился несколько лет. Вначале были организационные трудности, потом пришла пандемия коронавируса. Собирать сотни людей в одном зале было опасно. В этом году к этой практике решили вернуться снова. Тем более, что произошли изменения в процессе подготовки медицинских сестер. Конкурс – возможность оценить эффективность нововведений. Дает стимул о том, чтобы повысить квалификацию проведения областного конкурса. Сейчас созданы в каждом учебном заведении, имеются симуляционные центры, где они отрабатывают уже бывшие учащимся, средними профессионалами, отрабатывают свои практические навыки. Раньше этого не было. В Гомель приехали 22 девушки, победившие в подобном конкурсе на уровне своих медицинских учреждений. Тренировались в нерабочее время по конкурсной программе. Ее разослали всем участникам за несколько недель до начала областного этапа. В апреле месяце в нашей поликлинике был проведен конкурс внутри поликлиники на лучшую медицинскую сестру, где участвовало 5 медицинских сестер. И Анжелика Витальевна победила в этом конкурсе, поэтому была выдвинута на конкурс на областного уровня на лучшую медицинскую сестру. А у нас собралась команда. И в течение апреля месяца мы репетировали. Репетировали каждый день, все конкурсы отрабатывали. У нас была команда болельщиков, команда, которая поддерживала Анжелику на сцене. И в итоге вот у нас первое место. В первой Гомельской городской поликлинике лучшая медицинская сестра области Анжелика Гладун-Гуд уже 5 лет. В основном в кабинете офтальмологии. Однако при необходимости может помочь людям и с другими заболеваниями. Кроме того, во время пандемии коронавируса она часто работала в красной зоне. Моя работа нравится мне тем, что я работаю с людьми, что я могу помочь им. То, что я работаю с замечательным доктором, который всегда может мне наставить на правильный путь, то, что у меня хорошее начальство, которое всегда меня поддерживает в любых начинаниях и помогает мне расти вверх. Сегодня Анжелика говорит, что несмотря на целенаправленные тренировки, на сцене она немного волновалась. Очень помогла группа поддержки. Ее присутствие в зале Анжелика ощущала постоянно. На конкурс приехали действительно лучшие. Конкуренция соответствующая. Хочу сказать о своей медицинской сестре офтальмологического кабинета Анжелики Витальевны, что она трудолюбивая, очень ответственная. Она очень внимательна к пациентам. Никогда от нее не услышишь грубого слова. Всегда с улыбкой. С областного конкурса медсестер Анжелика Гладун-Гуд привезла диплом первой степени и денежный сертификат. Кроме того, в поликлинике решили занести ее на доску почета учреждения. Это не просто почетно. По условиям коллективного договора работник получает ежемесячную премию в течение 1 года.